Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этом уроке я хочу вам показать макап, шаблон готовых футболок. Две штуки, первый вариант и второй вариант. Зачем они нужны? Этот вариант хорошо подойдет для тех, кто, например, занимается наклейками на футболке и, например, на первых этапах нет возможности сфотографировать на профессиональный фотоаппарат наклейки, надписи на футболках. Здесь этот вариант очень спасет, так как мы можем легко сменить цвет, оттенок футболки и наложить любой текст, картинку в качестве наклейки. И нам не придется здесь особо что-то делать, просто пишем свой текст, и текст уже сам ляжет на все изгибы футболки, как будто бы он там и находится. В первом случае у нас будет футболка с текстом, во втором случае у нас будет футболка с картинкой. То есть это специальный такой макап, вы его сможете скачать на моем сайте, ссылка будет в описании этого видео. После скачивания вы увидите вот такой архив, вы его распакуете, и здесь будет два PSD-файла. Вот тот, который версия 2, это у нас футболка с картинкой. Первая версия это будет футболка с текстом. Вы его запускаете через Photoshop. И давайте посмотрим, как пользоваться данным шаблоном. Я запускаю первый макап. Открывается в Photoshop, нажимаем ОК. А у вас вылезет вот такое окно. Это окно говорит о том, что на вашем компьютере не установлены необходимые шрифты, которые используются в тексте в данном макапе. Нам это не обязательно, потому что мы, скорее всего, будем использовать свои шрифты, поэтому мы здесь просто закрываем окно. И давайте заменим цвет футболки на нужный и заменим текст на свой. Для этого в правой части программы, там, где у нас слои, мы с вами прокручиваем ниже, вот как раз-таки текст и вот такой вот знак. Это говорит о том, что нету шрифта. Мы его можем отключить. Это, кстати, как раз-таки текст на картинке. Другие текста, которые внизу, мы их отключим. Давайте сначала изменим цвет футболки. То есть ниже у нас есть вот такая вот футболочка. Мы можем просто два раза левой кнопкой мыши кликнуть по футболке. И простыми действиями, вы видите, как это все происходит, мы легко меняем футболку цвет на свой. Например, оставлю вот такое, нажимаем ОК. Дальше мы меняем текст. Находим его выше. Если мы сейчас попробуем его редактировать, то у нас сразу вылезет предупреждение. Мы нажимаем ОК, у нас автоматически шрифт меняется на другой. Сначала мы пишем то, что мы хотим. Написали текст, беру инструмент перемещения, выравниваю текст так, как мне нужно. Беру инструмент текст, выделяю все Ctrl-A. Здесь нужно оцентровать и сменить, наверное, размер. Но сначала нам нужно будет сменить шрифт у данного текста, какой нам больше всего подходит. Также выделяем текст, идем в шрифты. В данном случае здесь закрывается наш текст, мы не видим, мы можем сменить шрифты вот здесь. Я беру вот такой вот шрифт. И также Ctrl-A, выделяем все. Если хотим заменить цвет, мы меняем здесь. Соответственно, если футболка темная, то текст должен быть светлым. Но я возьму белый. Окей. В принципе, у нас все готово. И самое интересное то, если мы будем перемещать текст, наши буквы ложатся на изгибы футболки именно так, как это выглядит естественно. То есть здесь не придется заморачиваться больше. То есть у нас, в принципе, все готово уже. Далее отключить нижний текст, который здесь присутствует, или заменить на свой. Прокручиваем ниже и просто глазиком, вот я сразу нашел, отключаю данный текст. У нас футболка находится на фоне. Если нам нужен прозрачный фон или какой-то свой фон, мы находим его ниже, Layer 9, то есть слой 9. Вот, отключаю, и сейчас футболка прозрачная. Соответственно, вы легко можете туда загрузить свою картиночку, если вам нужен какой-то фон. Давайте разберем второй наш макап с логотипом, то есть уже с графической картинкой. Также у нас выскакивает окно, что у нас нет нужного шрифта, я это закрываю. Мы находим с вами в правом нижней части программы футболку, значит, это у нас идет картиночка,
Вот вы это видите, я глазиком выключаю, картиночка отключается. Ниже это у нас сама футболка. Кликаю также два раза по футболочке и меняю цвет с легкостью на тот, который мне нужен. Нажимаю ОК. Далее я хочу заменить графическую картинку вместо предложенной. То есть я просто с компьютера перетаскиваю нужное мне изображение. Зажатым шифтом подгоняю так, как мне нужно, чтобы сохранить пропорции. Нажимаю Enter. Мы отключаем нашу картиночку. То есть смотрите, чтобы у вас ваша картинка встала именно ниже вот этого слоя. Сразу под ним. И обратите внимание, как бы я ни перемещал картинку по футболке, изгибы футболки ложатся именно так, как это должно быть. То есть как будто бы действительно картинка наклеена на футболку. И таким же образом мы с вами отключаем ниже текст или фон. Если нам нужно сохранить в хорошем качестве, мы переходим в файл, сохранить как. Выбираем здесь JPG, нажимаем сохранить. И у нас появится еще одно окно, где мы выставляем качество 12, наилучшее. И нажимаем ОК. Если нам нужно оптимизировать для сайта, то мы выбираем экспортировать, сохранить для веб. Картинка очень высокого качества, 3024 пикселя на 4032, так что это подойдет для любого сайта. Вы, конечно же, уменьшите размер для интернет-магазина, если это. И здесь вы выбираете JPEG, качество очень высокое, с качеством 80. То есть мы таким образом уменьшаем, оптимизируем картинку. Или если это PNG, то выбираем PNG 24. То есть с прозрачным фоном, если нам нужно сохранить, мы отключаем слой фона за футболкой и сохраняем в PNG 24. На этом данный урок я заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезен, интересен. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. Всего вам наилучшего и до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов Hostik предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.